Здравствуйте всем, друзья. Сегодня опять в лесу, но сегодня на рыбалке. Сегодня попробую вам показать, вместе с вами попробуем поймать рыбу чебака на три вида снастей. То есть это удочка пресловутая, это будет подъемник такой босяцкий 2х2, ну и мордушка стоит. Вместе с вами посмотрим, что там влетело. Приступим. Вот, друзья, подъемник собранный. Вот такой вот босяцкий 2х2 подъемничек. Сейчас пойду веревку, палку и опущу его в воду. Затем размотаю удочку. Попробуем половить на удочку и проверим морду и так далее. Ну вот, подъемник уже в руке. В реке выбрал такое более-менее узкое место. 2х2 встал вообще отлично. Что ж, приступим к рыбалке. Ну все, удочка размотана. Сейчас насадим червя. Буду ловить в том же месте, где установлен подъемник. Сразу дергать я его не буду, пускай постоит. Сейчас попробую на удочку, что у нас клюет. А потом уже будем подъемником дергать. Посмотрим, вообще рыба есть. Нету. Вода сильно упала. Пока тишина. Пока подъемником я, наверное, шугану маленько. Но это только пока. Посмотрим, что окажется эффективнее. Подъемник, удочка или фитиль. Чебачок плещется, но брать пока не хочет. Маленько я подшумел. Ну, на мелководье поверх уходит, видно. Вот первая поклевка. Сейчас мы его... Вот он. Куда ты, зараза? На улице стоит неимоверная жара. Вчера 30. Сейчас с утра пока 20. Вот пока не сильно жарко, я решил порыбачить пару часов. Когда клюет хорошо пару часов в таежных ручьях, это вполне достаточно. Видите? Вот так вот. Вот такая вот промысловая рыба чебак. Сорная считается, ребят, но вяленая рыба расходится на ура. Пока еще вялить ее рано. На улице муха. Ну, я ее в морозилочку затариваю. Она уже чистая, я проверил. Внутри травы нет. Так что пока она идет хорошо, ее надо ловить. Как только наступит время, сразу начнем вялить и продавать. Видите, как с пулемета. Чебак-то такой крупный, отборный. Чебачок, вот, хороший.
Когда идет, тогда идет. Ну, жду еще, может быть, окунь поднимется. За белой рыбой обычно поднимается окунь, пока его нет. Чебак стоит под берегом. Берет у самого берега. Поклевка у чебака дерзкая, он не любит долго рассусоливать. Взял, сразу взял, потащил. Эх, тут я поторопился. Ничего так бывает. Вместо того, чтобы спать в воскресный день, меня опять какой-то хрен тянет в лес. А чё, проспать всю жизнь можно. Вот там. Когда на удочку клюет, всякие такие приспособы, как подъемник, которым надо выжидать некоторое время, пока клюнет, в принципе, не нужен. На удочку можно за 2-3 часа натягать до 400 штук. Главное, чтобы недалеко выносить. А если тащить, в принципе, недалеко, то можно взять еще и больше. Благо, червя у нас достаточно. Копать его, в принципе, не нужно. Его пошел, просто взял. Не за деньги, а есть такое место. Местные знают. Где пошел, просто его и набрал. Навозный червь. Без особых проблем. Не прилагая никаких усилий. Нет, и сорожка попадается. Ну, сорожку я беру, чтобы варить собакам, в кашу добавлять. Вяленая она не очень нравится. Вообще не нравится. А чебачок это вообще-то не так. И когда ловишь чебака, не нужно плавно опускать поплавок. Поплавок в воду должен лечь с всплеском. Он привлекает этот всплеск рыбу, и она незамедлительно подходит. Кроме чебака, ясь попадается. Жаль, нет хариуса. Но за хариусом нужно идти в определенное место. Есть такой ручей, где один хариус. Но туда заходит и чебак, и ясь иногда. И тогда он хариусу не дает клевать, в принципе, вообще. Такая у нас рыбалка, она не нудная, она быстрая. Не надо долго ждать, нужно только успевать менять червей. Вот раз клюнул, зараза, и червя сразу съел. Ловим на мормышку. Мормышка это такая фосфорная снасть. Ее называют еще без, ну как, без приманки на нее ловят. Но пробовал. Ловлю на легкую мормышку фосфорную. Вот такую вот, с грузиком. Почему такая снасть? Можно и тяжелую мормышку, можно и грузик на дно опускать с
поводком из крючков, но мне такая нравится больше. То есть в зависимости продолжительности дня, то есть к обеду ближе, можно грузик задрать, мормышка более в свободном состоянии, то есть кидаешь под берег, она медленно опускается под воду, она же пластмассовая, она где-то по течению трепещется, это все дразнит рыбу и клюет дерзко. Если взять тяжелую, она тупо камнем падает на низ и мормышка висит. Но мне нравится больше пластмассовая. Я зимой стараюсь и летом ловить на такие мормышки. То есть возможность такой мормышкой поиграть. А тяжелую постоянно нужно поддергивать. Это не айс. Пластмассовая она сама по себе играет, привлекает рыбу. Отошел чебачок. Он сейчас гуляет, сейчас жарко. Он гуляет. То есть в одном месте поймал 5-6 штук. Перекидываю в другое место. И так по всему ручью. Видите, в этом месте перестал. Сейчас попробуем под берегом в другом месте. Вот. Кинул, сразу зашевелился. Под кустом стоит. Сейчас я его оттуда буду выдергивать. А так вот. Долго рыбачить не буду, часов до 12, пока не будет жара. Потом смысла в принципе нет. Ну что, друзья, маломальски перестало клевать. Ну, стайка отошла, время ближе. Жара поднимается. Маленько хреновастенько стало там. Одна поклевка в 3 минуты. Это уже плохая поклевка. Пришло время поднять наш подъемник. Тавтология. Ну что ж. А в нем один чебачок оказался. И тут чуть не убежал. Сейчас нож опущу и все порыбать на удочку. Пусть постоит. Вот такой вот чувачок влетел. Надо было поднимать, когда в районе подъемника хороший клев шел. Что-то я не стал этого делать, потому как и на удочку одна за одной клевала. Сейчас минут 15 еще попробую поднять. Ну, рыбалка, ребят, сегодня не очень удачная. Штук 150 поймал. Жара поднялась, не могу. Уже, наверное, 30-ка. А еще можно сказать утро. Значит, сейчас проверю морду. Вентиль, как называют. Пару раз дерну подъемник. И буду собираться, ибо стоять уже на берегу, ребят, невозможно. Ни мошки, ни гнуса, ничего нет. Просто очень жарко. Тут надо ехать собираться. Смотрите, грибов подосиновиков сколько. Вообще тьма. Как вот. Но я их собирать, наверное, не буду. Надоели. В этом году грибов просто ужас. Они везде. Они вон. Они вот стоят. Маленькие, хорошенькие. Я говорю, просто тьма. Вот.
Ну, если считать, не пересчитать, видите, вот спрятались под кусточком. Не, просто мрак. Вон совсем маленький. Не знаю, видно. Вон прыщик торчит. Короче, море. Ну, а я пойду проверять вентиль. Ой, вот я уже на месте. Пол вентиля вылезло наружу. Вода сильно падает. Сейчас я попробую. Может, он хоть меня сегодня порадует. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть чебачков, друзья. Короче, рыба уходит. Но я оставлю, поставлю ее еще на тот случай. Может быть, забила рыбец и поднимется окунь. Подожду его маленько. Нет, до сентября постоит. И буду снимать. В прошлый раз проверял пару езей и больших попалось. Сегодня на удочку выцепил маленького окушка. Это звоночек. Возможно, поднимется окунь, но вода падает неимоверно. Но это ему никогда не было преградой. Посмотрим, пускай постоит. Сейчас выковырю все это дело. Проверить-то я его проверил. А вот пакет с собой не взял. Ладно, по старинке на куканчик. Пайпу закинул. Короче, она каждый день дает. Когда 20, когда 30, когда 40. Не всегда снимаю, ребят. Сами поймите, телефон с собой таскать постоянно не получается. Но она дает. На удочку, на подъемник. Так, сяк, мало-мало. Набираю. В детстве на таких куканах таскали рыбу домой за пару километров. Пофигу было. Сейчас множество, конечно, других приспособ. Помню, несешь радостный такой, полный кукан, головля, плотвы. Ребят, на YouTube сейчас монетизация отключена. На развитие канала, на новое оборудование. Реквизиты под описанием видео. И в шапке профиля. Переводите, не стесняйтесь, все пойдет в дело. Ну, вот такой куканчик собран. Сейчас пойду смотаю удочку. Пару раз дерну подъемник. Видели, грибы показывал. Грибов. Трындец. Собирать я их не буду, уже надоели. И почалю домой, так как жара уже все. Тридцатка. Туда-сюда и на огород малину собирать.
Сейчас пойду подъемник еще раз дерну. Ну вот, на сегодня наше с вами приключение закончилось. Я бы не сказал, что плохо, но и не очень хорошо. Сегодня очень рано стало жарко. Решил я, короче, сматывать все снасти, потому как рыба начала гулять по яме, ходить, нифига не берет. Подъемник закинешь, разойдется, и ждать, пока она опять сойдется в то место, где закинут подъемник, это очень долго. Чебак на ручьях должен клевать, как с пулемета. Как я приехал с утра, он начал хорошо, ну, час-полтора он закончил. Посмотрели сегодня три способа рыбной ловли. Еще есть у нас способ, но это когда прет прям рыба, начинает подниматься, забиваться в ручьи, это, конечно, ловля на косынке. Тогда можно взять хорошо. Ну, на сегодняшний день наибольшую эффективность показала пресловутая удочка. На удочку было поймано больше всего сегодня рыбы. Морда стоит. Ну, она такая, знаете, вот когда собакам для навару я еду, проверяю. Штук 20-30 поймал, в кашу закинул, сварил на 2-3 раза. Нормально, собаки сыты. Она такая вот стоит и стоит. Подкармливает собачек моих время от времени. Подъемник 2х2. Взял его недавно. Можно сказать, второй раз им только рыбачу. Третий раз. Меня, в принципе, все устраивает. 2х2 он для ручья нормальный. Я думал, будет слишком большой. Нет, нормальный. Маломальски такую ямку нашли, опустили. Если рыба будет переть, я думаю, им будет намного эффективнее, чем удочкой. Но это мы с вами поближе туда к осени испробуем. Сейчас, наверное, с рыбалкой тоже завязывать надо, потому как жара стоит, надо ждать похолодания. И рыба долго не хранится на берегу. То есть у меня пайба, там пакет. Я складываю. Муха, не дай бог, что. То есть час-два и домой. Это не есть хорошо. Собак не возьмешь с собой, тоже жарко, их гнус в лесу сожрет. То есть пока, наверное, пока сидим дома, надо малину пособирать. Маленько заняться хозяйством. Не знаю, вам нравятся, друзья, такие прогулки по лесу. Смотреть нашу природу. Смотреть какие-то укромные места, где я иногда хожу, иногда вам показываю. Быстрее бы октябрь, упала листва. Мы с вами ворвемся на пешую охоту с собаками. Там тоже будет много интересного, ребят. Как раз будем смотреть, как маленький щенок начнет работать. Будет начинать работать. Как он будет с собаками себя вести. Что мы будем все вместе добывать. Потом по первому снегу начнется соболевка. Тоже нелегкий труд. Походим все вместе. Подписывайтесь, комментируйте. Присылайте донаты. Ваши донаты очень, кстати, помогают. Они поднимают стимул к созданию новых видео. Так что, ребят, не стесняйтесь. За это вам большое спасибо. Ну, на сегодня, наверное, закончил. Видите, на жаре стою. Ни мошки, ни комара нет. То есть у нас сейчас лучше, чем в Сочи. Можно загорать, раздеться. Никто вас ничего не покусает. Грибов, ребят, море. Сейчас еще дождь, если пройдет, завтра обещают дождик. Можно брать косу и косить всяких разных. Белых, маслят, подосиновиков, подберезовиков. В этом году какая-то аномалия. Черники, море в лесу. Брусники надо ехать смотреть. Но я вам как-то видео показывал. Зеленой было много. Этот год урожайный. Подзатарились дикоросами. Туда дальше шишку надо будет собрать. Ну, для личного пользования. На продажу я не буду. Ну, вот такие вот дела. Есть еще Инстаграм, ребят. Там много фотографий. Можете туда заходить. Также индейцы Сибири. Подписывайтесь. Комментируйте. А я буду собираться. Уже время 11 час. Уже я, наверное, погнал. Желаю вам всем удачи. Тем, кто занимается тоже добычей всего разного, ребят.
Берите всегда с умом, не берите никогда лишнего. А если взяли, используйте по назначению. Кстати, ребят, видели я, да? Езя немалов поймал в этом году. Солить я его не стал и не буду. Не умею, если честно. Вот сколько живу, а езя солить и научился. Вот так вот получилось. 2 года назад я купил автоклав белорусский. Он у меня стоит в гараже. Ни разу не использовал. И вот пришла идея, ребят. Я, наверное, сейчас как дождик будет, буду сидеть дома. Я, наверное, приготовлю тушенку. Буду готовить ее в первый раз. Рыбную консерву, вернее, из езя. Она очень вкусная. Покупаем в Казыме, в селе Хантейском. Она, в принципе, очень дорогая. Вот в масле, в томатном соусе. А если она такая дорогая, почему бы не попробовать сделать ее самому? Но об этом дальше на канале моем. Следите. Постоянно стараюсь вас чем-то удивить. Хотя удивительного вокруг в одно время. Для меня уже здесь мало удивительного. Для вас может быть удивительно здесь все. Ну, следите за каналом. Обещаю вам интересные видяхи. Все, увидимся. Наверное, будем прощаться. А я почалю домой.